13-я зарплата будет. Эту новость, желанную для всех коллективов «Алроса», профсоюзные активисты узнали на совете профалмаза. Да, мы предполагаем, что она будет, поскольку показатели компании, в общем-то, они достаточно хороши в этом году. Вот. В каком объеме, опять же, это вопрос согласования с акционером. То, что будет, это точно. Объем я вам сейчас не отвечу, но осталось немножко подождать. Вопрос-ответ, форма общения, принятая на совете, позволяет обсудить самые насущные темы. В президиуме всегда есть представители администрации «Алроса», а в зале – руководители управлений. Их ответы профлидеры подразделений со всех площадок компании привезут в свои коллективы. Планируется ли в 2017 году проведение индексации заработной платы и какие сроки? Значит, индексация заложено на сегодня в бюджете в размере 4,9% в соответствии с параметрами инфляции, которые были установлены Минэкономразвития в мае 2016 года. Сейчас уже есть уточненный прогноз Минэкономразвития, по которому эти параметры снижены с 4,9% уже до 4%. На совете профактивисты узнали о том, что работа над редакцией нового коллективного договора завершена. Осталось соблюсти формальности. В конце декабря руководители «Алроса» и «Профалмаза» поставят подписи под документом, который определит вектор социального партнерства до 2019 года. Прежде чем компания примет на себя обязательства, она должна обязательно посчитать, да, а сколько это стоит. Потому что все, что написано в коллективном договоре, потом уже идет к безусловному исполнению. Более 7 миллиардов рублей в этом году потрачено в «Алроса» на исполнение норм коллективного договора. Почти 3 миллиарда ушло на обеспечение льгот и гарантий, сверхустановленных законодательством. В новой редакции коллективного договора на 2017-2019 годы все льготы и гарантии сохранены в полном объеме. Лариса Удовенко, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Различных ситуаций, различных...